Здравствуйте, друзья, с вами Маракасси. Сегодня я хотел бы показать бой на Чифтейне. Ну, что может быть лучше, чем бой на Чифтейне? По-моему, ничего. Ну, без сарказма. Действительно, бои на Чифтейне очень классные, я считаю. И главное, без какого-либо стоялого, только разрыв без остановки перманентно противников. Ну, что можно сказать? Wargaming такой Wargaming. Замутил имбу в очередной раз, только уже не для всех. И, собственно, ребята, сегодня у нас в продаже Центурион Рак. На самом деле, многие говорят, что танк вообще полный отстой, но, на мой взгляд, не так уж и плохо. То есть танк в линии фронта, по крайней мере, ну и более-менее неплохо играется. То есть фармить на нем в линии фронта, опять-таки, подчеркиваю, можно. Кто-то скажет, что причем тут линия фронта, для рандома как бы покупается. Но я считаю, что в принципе уже можно ну, такую отдельную категорию премиум танков выделять, которые в рандоме играются вообще ужасно, а вот в линии фронта более-менее нормально. Ну так вот, это как раз из таких танков. Также еще дают ЛБЗ на серебро. Но в целом сойдет, как говорится, только в первые бои Wargaming решил немножечко так нас прикормить резервами на серебро, классными и весьма даже щедрыми. Ну а дальше идет, как всегда, по старой схеме всякая муть. И, собственно, ребята, у нас еще некоторые даты, давайте их озвучим, чтобы все было понятно и ясно. Марафон на М54 Ренегат закончится 9 декабря, завтра в 9:00. То есть вы можете еще, если вдруг вам нужно, ночью позадротить на этот танк, довыполнять ЛБЗ. А то многие, может быть, там уже закончат вечером, подумают, что уже все, не успел. Но на самом деле можно еще и ночью позадротить, но, в общем-то, не самое такое вот полезное занятие, если честно. Лучше ночью крепко спать. Далее, что стоит отметить, вы можете выиграть дополнительное золото, всего лишь прокомментировав видео. Оставляйте комментарий по поводу видео, пожалуйста, это очень важно. Также в комментарии укажите свой игровой ник, желательно еще указать ссылку на профиль ВКонтакте, потому что иногда, в общем-то, невозможно связаться с вами в игре. Обратите внимание, что, собственно, это очень важно. Также, ко всему прочему, если вдруг еще хотите больше выигрывать золото, рекомендую сайт WotKit, где 5000 золота дается бесплатно каждый день. А также на этом сайте самые крутые премиум танки, и по моему промокоду вы получите еще хороший бонус, не забудьте его использовать. И, ребята, действительно, есть, в общем-то, хорошие такие даты еще у нас. Это то, что наконец-таки патч, в общем-то, новый выйдет, 1.7. Жалко, в нем изменений кот наплакал, но, видимо, уже в этом году это все, что будет. И, собственно, выйдет патч, должен, в общем-то, выйти где-то примерно 10 декабря. Где-то в 3:30 сервера будут недоступны, и в 11:30, может быть, чуть раньше, уже выйдет игра с новым патчем. Обратите на это внимание, потому что, ну, если у вас есть какие-то крутые бои, которые вы хотите запечатлеть в видео, например, то лучше это делать сейчас, вот. То есть записывайте их сейчас, потому что потом реплеи работать не будут. Но это так, к слову, в общем-то. Также, ну, не знаю, насладитесь, так скажем, последними днями этого патча, если хочется. Ко всему прочему, докупить нужно пакет с танками со своей персонализированной скидкой до 11 декабря можно, 9:00. Ну, то есть это я имею в виду про марафон, то есть вы до 11 декабря 9:00 можете танк все-таки приобрести, если вам нужен он там со скидкой. Вот этот вот, если вы выбивали скидку, конечно же, без скидки, за 4000 приобретать не стоит, не советую. Танк на самом деле получился довольно средненьким, то есть по ТТХ, может быть, для линии фронта опять-таки он неплохо будет, но именно для рандома против десяточек что-то я не вижу его имбовости. Потом новогоднее наступление наступит 12-13 декабря, в четверг-пятницу, обратите на это внимание.
Также, в общем-то, что еще стоит отметить? Конечно же, нас ждут новогодние коробки, о которых я уже говорил, что там будут двухорудийные танки, вернее, один двухорудийный танк падать, и также другие имбочки, 3D-стили, конечно же. Об этом я уже говорил, так что повторяться нету у нас смысла. А вот о чем еще не говорил, это о том, где можно будет заработать боны и имбовые танки в 2020 году. Информация с европейского сервера, собственно, будет такая вот штуковина с таким вот зарубежным названием, собственно, Battle Pass называется это. Для русскоязычного человека, может быть, ничего это не значит, но, в принципе, это уже давно используется в других играх, но у нас, как бы, в танчиках все доходит там через много-много лет, и Wargaming наконец-таки раздуплился и все-таки решил добавить эту функцию в нашу игру. В чем заключается функция? Функция заключается в, как бы, прокачке своего аккаунта. Как он будет качаться? Вы будете просто играть, выполнять простейшие ЛБЗ. При этом будет два варианта. Первый вариант — это платный вариант. Я не знаю, как он будет. Там, наверное, может быть, там будет специальный набор, нужно будет покупать, чтобы активировать второй вариант. Естественно, второй вариант платный. Выполнение ЛБЗ будет более выгодным. Ну, а что вы хотели? Все-таки это free-to-play, так сказать, но только с уклоном на донат. Возможно, если картошечка все-таки решит, ну, расщедриться вдруг, может быть, второй вариант выполнения ЛБЗ будет доступен и для игроков, которые используют премиум аккаунт, потому что Wargaming очень сильно пытается продвинуть свой премиум аккаунт, чтобы как можно больше людей его использовали. Ну, или подключали Ростелеком, что тоже Wargaming крайне выгодно. Так вот, и будет, конечно, и бесплатный вариант для малоимущих, так сказать. То есть ты просто тоже выполняешь ЛБЗ и тоже получаешь призы. Но самые главные призы, они все равно будут доступны как для платных, так и бесплатных игроков. Какими будут главные призы? На данный момент известно, что это будут разнообразные 2D-стили, 3D-стили, эмблемки, боны и даже золото. И в конце должен нас ждать имбовый танк. Это пока что еще не, ну, в общем-то, проверяется эта информация, но 100%, я думаю, понятно, что без танка не обойтись в таком вот глобальном событии. То есть это не то, что вот прокачка аккаунта на раз-два там за месяц или там около того, это на долгое время. То есть там реально вот ЛБЗ, которые ты можешь выполнять очень-очень долго, там, например, сыграть 5000 боев там. Ну, при этом то, что ты раньше достижения, они, естественно, не будут учитываться, то есть будут учитываться к новые условия, там, например, натанковать какое-то определенное количество урона, то есть все они будут постепенно выполняться, эти ЛБЗ, там, может быть, даже ЛБЗ для арты будут, хотя, надеюсь, что нет. Также, ну, такие вот ЛБЗ, которые ты обычно играешь, то есть смысл в чем? Смысл весьма прост, это еще одну мотивацию дать игрокам проводить больше боев в игре World of Tanks, потому что чем больше игроки проводят боев, тем, собственно, выше онлайн, тем вообще, как бы, игра более популярнее, потому что, ну, совершенно не секрет, что люди любят популярные проекты, если видят высокий онлайн, то более охотно идут в игру, потому что считают, ну, раз много людей играет, значит, и мне, как бы, можно туда зайти, посмотреть, ради чего все там проводят столько времени. Ну, собственно, очень даже неплохая идея, я считаю. Это давно нужно было сделать, это очень правильно, потому что, ну, игроков, которые реально очень много проводят боев в игре World of Tanks, их особо-то, ну, как бы, не награждают. Да, они выполняют вот эти вот ЛБЗ, может быть, там, на Объект 279, хотя многие даже на Химеру еще не выполнили, например, я. Но, собственно, это будет дополнительная еще мотивация, дополнительные призы, то есть
если вы будете играть, и вам же будет еще приятнее получать дополнительные плюшки, там боновые вот эти вот инструкции, расходники дополнительные, резервы, 2D-стили, танк один будет даже, может быть, даже больше их. Ну, в таком вот стиле, то есть постепенно там будешь играть, выполнять эти ЛБЗшки и фармить себе дополнительные плюшки. Что это плохо, что ли? По-моему, замечательно. Единственное, из-за чего, ну, у многих бомбанет, все-таки данная фишка, она нацелена еще на заработок, поэтому, ну, на платной основе, естественно, будет больше призов, интереснее будут призы. Возможно, можно будет дополнительно докупать какие-то ЛБЗшки, там целые марафоны себе на премиум танке. Вот ты захотел ты себе личный марафон устроить, фигакс, купил такую функцию и выполняешь себе, сидишь. Но это для особой категории граждан, так сказать. Ну и напишите в комментариях, хотели бы вы поучаствовать в таком вот событии. Я думаю, ну, как минимум 10 тысяч бон в данном событии можно будет заработать, потому что, ну, это такая сумма, скажем так, та, которая могла бы реально привлечь игроков. Естественно, не сразу, там, по чуть-чуть, там, за одну ЛБ за 1000 дадут, за другую, там, 500. Ну, таким образом, можно тоже подкапливать ЛБЗ, потому что сейчас, ой, не ЛБЗ, боны, я имею в виду. И, собственно, сейчас вот нехватка очень большая бон, то есть хочется тебе пофармить боны, ну, особо, ну, в общем-то, негде, кроме там рандома, может быть, но там очень медленно. Такие вот дела, друзья, спасибо, что досмотрели до конца, желаю вам всего хорошего, удачи вам!